Спокуха. Может, это они? Напомни-ка, что и кого мы ищем? Я не знаю. 46-й. Что делаем в Америке? Отдыхаем. Мы ездили на Комик-Кон. Комик-Кон? Напарнику моему не говорите, он сам такой же долбанутый. Знакомы с мистером Бином? Нет. Нет. Нифига себе! Вот это да! Что? Ты посмотри! Что? У них автограф Адама Темного. Это что еще за хрен такой? Он написал «Обычаи Юпитера». Что? Дженни Звездоперчик и Большой Белый Гиббон. А? Ночь мотыльков? Вы на каком языке Ночь говорите? Мотыльков. Я ни черта не понимаю. Ночь мотыльков – могучая вещь. Какой он? Ну, такой непростой. Творческая личность. Это что такое? Порнуха для задротов? Нет, это Клайв. Да, это мой роман. Ух ты! О, три сиськи. Зачетно. Надо было нарисовать 4. Это извращение. Я просто предложил. Слушай, может, это оно? Сомневаюсь. Что еще ты нарыл? Так, по мелочи. Чьи-то ссаные джинсы. А, у Клайва слабый пузырь. Извини. Понятно. Вы можете идти. Спасибо. Спасибо. Вы позволите? Благодарю вас. Можно спросить, что вы искали? Нет. Спасибо. Ну, поехали, Грам. Молодца, ты крут. Без тебя знаю. Как ты их? Ну, вообще, я в шоке.